Атрей, ко мне! Смотри, ловушка для ветров. А, умно. Тюра все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина, и не зря. Уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Так, Хач Серебряный гонится за Луной. Сколь Золотой гонится за Солнцем. Когда они съедят Солнце и Луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец! Луна налево, Солнце направо, Мидгард посередке. Но какой рычаг тянуть? Средний! Левый! Надо по порядку. Луна слева, Солнце справа, Мидгард посередке. Левый! Средний! Луна слева, Солнце справа, Мидгард в центре. Средний! Средний рычаг! Тяни правый! Луна, Мидгард, Солнце. Луна, Мидгард, Солнце. Тяни правый. Правый рычаг. Средний. Левый. Средний рычаг. Рычаг!
Средний. Луна Мидгард Солнца. Луна Мидгард Солнца. Средний. Тяни правый. Средний. Отец, нет! Отец, нет! Правый рычаг. Левый. Средняя. Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, Мидгард посередке. Средний. Средний. Луна слева, солнце справа, Мидгард в центре. Правый рычаг. Средний рычаг. Левый. Луна Мидгард солнца. Луна Мидгард солнца. Тяни правый. Средний. Отец, нет! Значит, это все?
ее нож. Знаю. Зато ты спасся. Это было умно. Руна у нас! Все получилось! Да, посмотрим, что приготовил для нас Дюк. О, нет! Защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. Вот она, мы ее нашли. Сын. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя, на будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Дрейва. Пусто. Стой! Руна, ты ее видел? Да! Ты уверен? Уверен, точно! Хорошо, целься в лицо. Ugh!
живой? Брат, ты живой? Просто отлично! Я готов. Вперед! Боги. Видал я и побольше. Ха, жалкий тролль. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша? Йорф! Наша цель так близка! Сядь!
Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Лемнос. За окончание пути. Можно? Пахнет тухлыми яйцами. Оно не скисло? Кто знает. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Да. А... Вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Готов? Готов. Идем. А мне понравится быть богом. Мы идем, куда хотим. Делаем, что хотим. А теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. О, ты глянь, кто пожаловал. Говорил я, ничего с ним не сделается. Ну, что нужно? Чего тебе, мелкий? Знаешь, чего хочешь?